Всем привет! Сегодня мы находимся в Смоленской области на Десногорском водохранилище. Сюда я попал не случайно, а с одной идеей. Коллеги тут отдыхали, сказали, водится тут пресноводная креветка. Я решил, по возможности попал сюда и ради любопытства посмотреть. Да, есть достаточно много хищное. С погодой вот не везет, то жара, то дожди. Вот на берегу нашел. Такая погода получше, наверное. Сейчас вот у меня тут снасть такая стоит. Особо ничего не снимал. Просто многие не знают, ну как и я не знал, что вот есть такое вот экзотика. Сейчас сапоги чуточку потяну. У меня там снасть стоит такая нехорошая, которую я на сплаве нашел на кувшинках. Вот их там нападало на куриную ножку. Всяких разных. И больших, и маленьких, и взрослых, и инвалидов. Сейчас выберемся, покажу. Захотелось мне себе поставить их в коллекцию. Рядом с раками. Сейчас достанем для примера. Вот. Опа, она шустрая. Очень шустрая, руками практически невозможно поймать. Я пытался, не поймал ни одной. Хищные. Моих вчера даже покусали. Ночью наблюдал, как они маленьких рыбок жрут. Вот такая пресноводная креветка. Еще тут говорят, раки есть, но раков нету. Одни вот такие вот креветули. Очень красивые. Поставлю себе, вот расправлю. Раки есть у меня. Теперь будет еще и креветка. Сейчас вот купался. Нашел вот бутылка, кто-то ловит тоже какой-то кусочек приманки, и вот они уже креветки плавают. Под ногами. Вода теплая, погодка распогаживается, красота. Жрут маленьких рыбок. Вот светишь на них фонариком, сразу разбегаются. Вот одну начинаю светить. Сразу вот еще раз, сразу побежал от нее. Более крупная. Светишь на них, они разбегаются сразу,
хищные. Даже купаешься, нападают. Вот от фонаря у них глаза светятся.